При венозном кровотечении кровь вытекает из раны спокойно, непрерывной струей, темно-красного цвета. Венозное кровотечение останавливают наложением давящей повязки. Для этого используют перевязочные пакеты, стерильные бинты и салфетки, куски бязи, платки и другие подручные средства. Перед наложением давящей повязки на рану накладывают ватно-марлевую подушечку или марлевую салфетку и плотный валик бинта, затем туго бинтуют. При использовании подручных средств соблюдается тот же принцип наложения давящей повязки.